Добрый день, дорогие друзья. У нас в вольере ялтинца любовь. Тут у него новая любимая жена. И другие львицы сразу уступили место. Они знают законы прайда. Вон хвостик торчит. В прайде та львица, с которой гуляет лев. Главное, потому что лев всегда будет на ее стороне. И львицы это прекрасно осознают. Поэтому крутят львами, как хотят в это время. Вот и наш красавчик весь под чарами этой красотки. У них сейчас активная стадия. А львы это просто неутомимые любовники. Можно сказать, что среди таких крупных животных это, пожалуй, рекордсмены в момент вот таких гулек. У них до 50 раз в день происходит спаривание. И причем в это время, особенно у львов, практически пропадает аппетит. Вот они это все на внутренних ресурсах и резервах способны делать. Причем такой активный период ухаживаний у них несколько дней. Вот эти львы, помнишь? Поэтому зачастую. Что ж такая толстая? Беременна. Когда заканчиваются у них эти гульки, то львы теряют несколько килограммов. Но потом быстро при хорошем питании быстро восстанавливаются. Не всегда, кстати, вот удается львице забеременеть, потому что не так это оказывается просто, даже после нескольких дней таких обильных соитий. Поэтому зачастую потом львица вновь идет в загул. В этом плане львицы отличаются от многих других крупных хищников, у которых вот такие вот дни, буквально в год всего их несколько, когда они готовы принимать самца. Что ж, друзья, всем большой привет от этой влюбленной парочки.